Ты помнишь ответ? Да, да. Сын, прочти, сын, что написано. Ты говоришь со мной только если тебе что-то нужно. Тебе есть что сказать мне? Я говорю, ты обращаешься ко мне лишь когда я должен перевести что-то. Была бы тут мама! Была бы твоя мать жива, нас бы тут вообще не было. Атрей. Забудь. Ладно. Ну? Она была там? Кто? Нет, ее не было. Тебе-то, конечно, наплевать. А ну, прикуси язык! Пока путь не пройден, кто-то должен сохранять рассудок. Если я молчу, это не значит, что мне наплевать. Пусть каждый оплакивает ее по-своему. Прости меня. Я не хотел. Да, ты не хотел. Ты ведь меня не знаешь. Я понимаю, тебе тяжело. Свете, мне показалось, что прошло совсем немного времени, если тебя это утешит. Я рад слышать, правда. Ну, мы идем обратно в Мидгард, к Черному дыханию? Или тут еще дела остались? Это вы? У вас были дела? Ты наблюдателен. Я всегда очень внимателен. Ага, а вы, я смотрю, в дальний путь собираетесь.
В Мидгарде есть заброшенный храм, который один гном превратил в свой личный склад. Там полно сокровищ, которые он собрал, путешествуя по мирам. По разным мирам? А в каких он бывал? И что нашел? Фафнир, скажем так, агрессивно коллекционировал волшебные артефакты. Чем больше их было, тем сильнее он хотел найти новые. Опасность он презирал. Однажды он отправился в Нифльхейм. Зачем вы выдумали? Точильным камнем. Ха, крутой, наверное, был камень. Давай лучше сразу к сути. Это да. А у меня, кстати, есть ключ-камень от склада Фафнира. Возможно, там вы найдете что-то полезное. Ого, спасибо, Синдри. Пожалуйста. А, и еще. Если найдете тот точильный камень, я буду рад, если вы принесете его мне. Советую действовать осторожно. Я был в этом хранилище больше века назад, и там уже развелось много всякой мерзости. А твой друг на нас не обидится? Нет, вовсе нет. Он умер, кажется. А, сочувствую. Не стоит. Это рано или поздно случается с теми, кто странствует меж мирами, собирая бесценные артефакты, у которых есть хозяева. От меня можно не убегать. Давайте начнем. А тебя чем порадовать? Ну, что мы упустили? Продолжение следует...
голоса в голове. Ну, это не впервые. Когда мы встретили Брока, его зверюга предупредила меня, что за деревьями кто-то прячется. Она так сказала? Я просто чувствовал то, что чувствовала она. Ее страх. Если повторится, скажешь мне. Ясно? Обещаю.
Эй, Синдри, взгляни-ка вот на это. Ладно, мне все равно заняться больше нечем. О, вы убили древнего? Да. Ну как? Это было сложно? Да. И это все, что ты скажешь? Да. Нашли что-нибудь на складе Фафнера? Например, точильный камень? Синдри, может, помиришься, наконец, с братом? Я помирюсь? Сюда. Не знаю, что мы тут делаем. Что теперь? Свет у нас в Мидгард. Мы были в другом мире и видели твоего брата. То есть, наоборот. Ты позволил этому ублюдку прикоснуться к топору? Ты ведь знаешь, что он утратил весь свой талант. Вот так, бац, и ничего не было. И меня чуть за собой не утянул. Ну что, он все испортил, да? Скорее наоборот. Ну, даже слепая свинья может иногда пернуть трюфелем. Но знаешь, что самое главное? Постоянство мастера, а уж этого у меня всегда было, хоть отбавляй. Что ты сделал? Так лучше. Из какого мира явились-то? Дайте угадаю. Из Альфхейма. Как ты понял? Этот запах ни с чем не спутаешь. Я там раньше много времени проводил. Но теперь мне туда хода нет. Из одного инцидента. Какого? Папаша не одобрит, если я расскажу тебе эту историю. Очень уж много в ней площадной брани, воровства и разврата. Чего? Я не виноват. Сам пришел весь такой пропахший эльфами. Пробудил воспоминания. Да, и короче, к делу давай. У меня работы по горло, в отличие от тебя. Сын. Иду. Ты помнишь путь к черному дыханию? Конечно. Надо пройти по мосту к башне Ванахейма. А мы идем к черному дыханию или побродим?
Мы уже видели эту статую Торы, когда уплыли из пещеры ведьмы. И где пещера? Полдень, солнце вон там. Значит, это юг. Несколько символов есть, но нужен весь диск целиком.